мне кажется, в каждой девушке должна быть загадка какая-то, знаете, свое личное пространство. А так это просто мы находимся постоянно вместе, то есть у меня нет никакого внимания, ну, со стороны Александра, потому что как бы мы вместе, он не говорит мне там, я скучаю за тобой, но мне этого хочется слышать, такого нет. Я счастлив, что у нас то, что было, имело место быть, я ни о чем не сожалею, и мы будем счастливы и в дальнейшем, даже по раздельности. Я хочу тебе сказать, что я хочу принести свои извинения, если что-то было не так. И для меня эти четыре месяца останутся навсегда как самые крутые в моей жизни. Я их не забуду. Спасибо тебе. Все было так.